Добрый день, дорогие друзья! Сегодня готовлю праздничное блюдо из обычной куриной грудки. Куриную грудку разрезаем на 2-3 пласта в зависимости от размера. Отбиваем гладкой стороной молоточка. Отбитую куриную грудку нужно немного посолить, поперчить. Добавляем соус песто. Добавляю несколько кусочков обжаренных грибов. Грибы обжариваю на сухой сковороде. Как только влага испарится, можно добавить столовую ложку растительного масла, соль и перец. Остудить. Добавляю немного тертого сыра. И сворачиваю рулет. Два яйца размешаем. В рулетик нужно обмакнуть яичную смесь и выкладываем на сковороду. Поджариваем до румяной корочки и переворачиваем. Включаю плиту. Нужно дать немного остыть, чтобы можно было вытащить деревянные шпажки. Деревянные шпажки я удалила. Засыпаю сверху сыром. Добавляю оставшиеся грибы. Немного помидорок. Можно помидоры крупные разрезать на кусочки. Можно добавить маленькие помидорчики. И отправляю в разогретую духовку на 15-17 минут. Наши рулетики готовы. Давайте будем пробовать. Мягкая, приготовилась идеально, очень сочное получилось мясо. Соус песто можно приготовить самостоятельно. Я оставлю ссылку, кому интересно, можете сами сделать. Или проще простого, просто купить в магазине готовый соус песто. Он придает просто изюминку этому блюду. Очень вкусно, нежно, сочно. Куриная грудка потрясающая. Всего доброго и до новых встреч!